Дорогие жители города Нарва, заканчивается 21 год. На мой взгляд, это в моей жизни был один из самых длинных, очень много разных событий. Повышилась цена электричества, была эпидемия, мы вакцинировались, не вакцинировались. Кто-то потерял работу, кто-то боится потерять работу. Кто-то получил в школе пятерки, кто-то тройки. Ну, такова жизнь. Но в конце года всегда все люди думают, что был этот год, и думают, что следующий будет лучше. Но почему-то мне кажется, и Дед Морозу тоже, что 22-й год будет особенно успешный. Будет в этом году много любви, много счастья, много радости. Самое важное, берегите себя, будьте здоровыми, радуйтесь своими близкими, друзьями в конце года. И с Новым годом! Дорогие норвегяне! Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Город ваш очень замечательный, я его проверил. Елочки везде стоят украшенные, дома у вас замечательные. И я увидел замечательных, добрых людей в этом городе. Желаю вам в следующем году радости и счастья. И чтобы вы всегда со всех любили и со всеми дружили. Всего вам хорошего!